Всем привет, это freestudio21.com. Продолжаем учиться читать. И на этот раз у меня 7-й урок из книги Бонка. И здесь чтение букв U. Буквы U в открытом слоге и в закрытом, как я понимаю. Буквы W. Звуки АУ, ОУ. Итак, перед нами тренировочные упражнения. Здесь в транскрипции нам намекают, как чего читается. То есть 34-е это звук А. Итак, up, cup, us, bus, un, bun, ugly, hurry. То есть закрытый слог, классика жанра. Здесь везде звук А. Буква Ю дает звук А всегда в закрытом слоге. А далее у нас начинается конкуренция между звуком А просто, то есть буква Ю в закрытом слоге по большому счету, и у нас будет еще долгий звук А, где его надо тянуть немножко, и где надо еще чуть-чуть букву Р выговаривать, совсем капельку. Cut, cart, duck, dark, much, march, buck, bark. То есть, если глянуть на второй столбик, то здесь везде сочетание буквы A и буквы R. Поэтому у нас долгий звук A, в отличие от первой колонки, где у нас краткий звук A. Едем дальше. Далее у нас опять звук A, который конкурирует уже с широким звуком E. По большому счету, это буква A в закрытом слоге. Ну что ж, посмотрим, что мы имеем здесь. Hum, ham, fun, fan, bun, ban, cup, cap. Здесь везде буква A в закрытом слоге во второй колонке, поэтому мы имеем широкий звук E. Далее буква W, которая дает звук W. Губы дудочкой при этом должны складываться. We, wake, wine, wake. Далее у нас начинается конкуренция между буквой W, которая W, с одной стороны, и буквой V, которая тоже вроде дает звук В, но он более резкий и более похож на наш. Но в отличие от нашего В, который более такой спокойный, что ли, более долгий, если хотите, английский В, который дается буквой V, должен быть резким, и передние зубы должны вплоть до того, что касаться нижней губы. Wet, bet, wine, vine, west, best, very, well. И вот у нас буква V, здесь В, здесь, здесь и вот здесь. Едем дальше. Следующее сочетание, это сочетание OY. В основном оно дается двумя буквосочетаниями. Это либо OY, либо OI. Без разницы. Они абсолютно одинаково читаются. Boy, voice. Koi, coin. Toy, point. Вся разница в том, что OY обычно стоит в конце слова. Обычно это не значит всегда, но в большинстве случаев. В то время как OI в конце слова никогда в жизни не стоит, он может быть только в середине. Далее у нас звук R. Помним, что английский R должен быть картавым. Green, price, dream, three, brave, tree, Fred, street. И последнее, это сочетание E, которое дается обычно либо ER, либо OR, еще может быть, они читаются абсолютно одинаково, при этом R почти не выговаривается, совсем чуть-чуть. И более того, очень часто это сочетание похоже даже не на E, а где-то проскакивает звук A немножко. Teacher, doctor, sailor, reader. Вот таким вот образом. Ну, а теперь посмотрим, что у нас стоит в разброс. Cup, cube, butt, nut, mute, то есть вот здесь открытые слоги, butter, rung, huge, wake, weak, wig. То есть здесь в основном была конкуренция, опять же, между U в открытом слоге и U в закрытом слоге. Здесь она в открытом, равно как и здесь. Мы видим, везде буква I на конце слова стоит, поэтому не мудрено, что здесь U. А в остальных случаях была буква W, которая просто W в любых случаях, неважно, возле чего она стоит. Далее.
waver, wine, wink, weigh, wit, wit. Ну, если не считать буквы W везде, вот здесь и вот здесь, она везде одинаково звучит. Дальше у нас начинаются буквы сочетания. Это будет ой во всех видах. Coin, boy, point, join, toy, noisy, joy. То есть звук абсолютно одинаков, неважно при этом OI у меня или OY. Это абсолютно то же самое. Разница только в том, что OY может стоять в конце слова, в то время как OI в конце слова никогда не бывает. Едем дальше. Дальше у нас сочетание OW, а OW это либо AU, либо OU, и так может быть. Здесь единого правила нет, надо просто запоминать. Итак, now, how, yellow, bow, Moscow, town, wow, window, gown, down, out. То есть никакой логики, никакого правила нет, просто отдельные слова надо запоминать и сверять со словарем. Следующая интересная комбинация это OU, которая тоже может быть равна как OU, так и AU. Что мы имеем? Out, ounce, foul, noun, scout, count. Но здесь везде было AU, OU здесь нигде не было, поэтому здесь довольно легко. И далее у нас еще несчастных два слова, где у нас будет звук «э», вот такой. Это сочетание «OR» и «ER», «seller», «actor». Иногда он звучит как «э», иногда он звучит даже немножко с «а». «Seller», такое может быть, «actor», такое может быть, но это уже слишком, это перебор. Не надо сильно стараться, здесь просто «э», но нужно сделать, чуть-чуть можно добавить «ры», но не более того. Вот такие вот упражнения, довольно легкие, довольно простые, если, опять же, смотреть при этом на правила. Ссылка на скриншот всего этого будет в описании видео, равно как и ссылка на книгу «Бонка», два тома, чтобы можно было их скачать и иметь. Также стоит в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.